Вместе с разноцветными шарами и игрушками – яркие открытки. В городской думе началась благотворительная акция «Елка желаний». Каждый год депутаты исполняют мечты детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Сегодня мы для себя приняли решение помочь Деду Морозу и оказать адресную помощь, значит, детям, которые у нас находятся здесь, пункт временного пребывания, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. В ближайшее время, конечно, мы все пожелания реализуем, и затем уже делегации традиционно направимся к детям. Мы туда добавим еще у нас уже и сладкие подарки. Традиционно в письме Деду Морозу и его помощникам в лице депутатов городской думы ребенок указывает свое имя, адрес и само желание. Игрушечный набор посуды. Наступает пора чудес, когда хочется детям сделать приятное, чтобы дети больше улыбались. Футбольный мяч. Будущий футболист. Жалко, не написано, сколько мальчику лет, но я думаю, мяч у него от Деда Мороза будет самый лучший. В «Елке желаний» принимают участие депутаты, члены молодежного парламента и общественного совета. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.